Всем привет, с вами Илья Карифан. Я встретил интереснейшего человека, который довольно личность, который помогает малоимущим людям в нашем городе. His name is Mark Jacobs. Mark. Он что нам показывает? Tell us what you have. Twin size bed looks like this. По-русски. Дорогие друзья, вот у Марка есть возможность... У него есть достаточно много вот таких кроватей. Это с подушками, с покрывалами, с одеялами, с матрасами. Совсем, короче, целый сет. Это фирмы IKEA, запечатано, все новое. У него есть такие. И он предлагает иммигрантам, свежим людям, которые денег немного, это все отдать за $50. И на самом деле цены стоят почти $300, если сравнить по-настоящему айкеевские цены. Donation за $50 он принимает, и вы можете взять сколько надо вам, сколько эти кровати, то есть это кроватки такая twin, это не queen для двоих человек, для одного человека. Таких кроватей у него есть, пока есть, но они скоро закончатся, у него уже много людей приехало. Нам сообщила компания Afisha об этой возможности, и с свежим иммигрантом мы с радостью хотим поделиться. Вы должны в комментариях оставить сообщение. Пожалуйста, я нуждаюсь. Или I need it. Отметьте какой-то комментарий, что вы нуждаетесь. Если мы соберем достаточное количество людей, мы приедем к нему в склад и одним махом все заберем. Сколько нужно, столько и нужно. Примерно я в складе у него посмотрел около 50 таких сетов есть. Поэтому, если вам нужно, обращайтесь. Do you want to wish anything for our audience, for our Russian-speaking community, immigrants? Welcome to the United States. Welcome to the opportunity of the land of the free and the home of the brave. And let's build communities together and let's learn from each other. Добро пожаловать в страну свободных, в страну смелых. Давайте соберем комьюнити и будем друг другу дарить добро и позитив. Спасибо. С вами был Илья Карифан, Марк Джейкобс. Yes. And если вам нужны эти сеты, эти все кровати, прокомментируйте, что вам нужно. Вот таким образом выглядит вся кровать из 7 кусков, или как сказать, pieces, 7 предметов. Итак, друзья, если вы хотите эту кровать, этот весь сет, на встрече иммигранта мы принесем пример, как она выглядит, весь набор, весь сбор. Если вам она нравится, на встрече иммигранта вы можете прийти, записаться, и вам ее зарезервируют. Вам нужно принести $50, это просьба организации. Все, на встрече иммигрантов увидимся в среду в 7 часов вечера. Там будет набор, где вы можете почувствовать, увидеть все, полежать. Ну, я не знаю, мы ее собирать не будем, просто посмотреть. И увидимся на встрече иммигрантов. Thank you very much. Bye.